Мария, я хочу вот что сказать усатому. Кстати, усатый любимец моей жены. Моя жена даже во сне называет его имя. Ну, уже вообще борзели. И усатый, я его скоро под суд отдам, потому что он у меня жену довел до сумасшествия. Она день и ночь смотрит в компьютере, что сказал усатый и что он там говорит.